Вот он, кенгуля. Лорка тут с другими собачками. Вот. Вот привет от Лоренции. Вот привет от кенгули. Вот у нас попрошайничает Хасюлька, Раюха. Вот они наши красотули. Кенгуля любит вот играть со своим мальчиком. Лоренц, как всегда, в своем репертуаре. Хаса нюхает Лору. Миха зовут ее. Стёпа-прошайка. Стёпа-прошайка, маленькая. Нету, нету. Нету ничего у меня. Собаки травку поедают. Пасутся. Лорча. Лорча. Лорка. Где мама? Лора. Лора. Лора, ну посмотри сюда. Вот наш, вот так. Вот так. Мы устали. Ой, дремлет. Кенгуля нашел какую-то палочку, привезет. Кенгуля, где мама? Кенгуля, где мама? Кинг, где мама? Где мама? Где мама? Молодец. Иди сюда. Кенгуля. Кенгуля. А сидеть? Ну все. Попрошай. До свидания. Вот и Лора, все нямочки. Хасюля. Миха. Кенгуля. Где мама? Кин. Кин. Где мама? Где мама? Вот мама. А сидеть будем? Кин, что надо сделать? Вот. А лапку дай. Лапку дай. А другую? А другую? А другую? Да. Давай, лапку дай. Лапку другую. А другую? А другую? Молодец. Так, попрошайки мелкие. И Лора ждет свою подкормку. Так, все. Миха, отойди. Все, кенгуля потерял своих друзей. Все ушли домой. И мы сейчас будем собираться. Мы тут давно гуляем. Эти собачки все старые, хасюли. Да, Миха? Вот мы тут гуляли. У нас такие тоже ручьи. Стадо хасок. Это вот Раюха пришла. Попрошайка еще одна. Ну, в наморднике. Строгая дама. Ну, все, пока.